того Евгений Фирсов, скрывшийся тут же. Будь клеить. Надо свитер будет снять, а то ему жарко. Мой котенок. Так, сегодня 5-го, уже 5 июля, 94-й год. Свитер снимем, потом на балкон. Виталик только что пришел к нам в гости. 19:39. А вот Маринка, она приехала вчера, нет, она сегодня рано-рано утром приехала из Москвы на поезде. Посмотри, Марат снимает на камеру. А там число не выставляется? Выставляется. Зачем ты тогда говоришь? Что я его сейчас уберу, число. Все, убираю число. Не трогай вазы. Вазы не трогай. Свет нам светит прямо в глаза. И будет... Плохо будет. Да. Сейчас какой будет лучше. Порядок. Моя Любочка. Моя... Там хороший свет, говорил, нельзя ехать. Да, нельзя было ехать. Ну, все говорил, я... Миша, это Марат. Близко, когда ты его фотографируешь, он получается некрасивый. Да. Ну, да. Смотри, Марат, молодые годы, можешь посмотреть. Да, вот Марат. Фуражки какой-то. Ты что, в армии служил? Я хочу вот это взять. Марат. А что, иди покажи, что ты хочешь взять. Конечно. Мальчишка совсем. Виталька, иди покажи, что ты хочешь взять. Вот это вот, цветочки, сами. Шарики? Да. Попроси у бабушки Поли. Дай мне шарики. Дам, конечно, дам. Как я могу моему внуку не дать? Как я могу? А сейчас я покажу Марине, когда маленький. Марат, ты забрал ту карточку, которая мне больше всего нравится? Тебя человек ждет. А. Ну, как он пройдет? Сейчас я только это... Ну, куда ты пошел, где свитер снимем? Тут что-то не жарко это совсем. Это Олина сестра. Ну, я так уже... Тамара Ивановна, племянница. Не надо. Что не надо? Что? Малышка ты, моя миленькая, иди-ка ты сюда. Не хочу. Ну, не хочешь что делать? Раз не хочешь... Дай пойти. На. Пройти? Куда ты хочешь пройти? А? Куда ты хочешь пройти? У тебя он там ботиночек растянулся. Так, я посмотрю. Да. Шнурки эти шелковые, они все время развязываются. Да, постоянно. Давай сюда. Ага. Сломали? Мне нравится, когда вот так. Что сломали? Это удобно. Даже при, так сказать, одной комнате, вот как еще. Вот когда комната вот так углом, это так удобно. А для чего это удобно? А, говорят иногда, что мы говорят, у тебя там с этим, а я говорю, мне нормально, это устраивается. И качалка. Это моя мечта с детства. Покачаться. Можешь покачаться. Я отправила в Москву такую качалку. Да. Мы познакомились с женщиной совершенно незнакомой. В смысле, чужой человек, мы с ней всего 10 дней были вместе, даже меньше. И она мне рассказывала, как ее дочка мечтает о качалке. В Москве они живут. И я ей, ну, не сразу, а я не забыла про нее. Прошло, может быть, месяцев 5. И я купила, вот Марат мне купил, и я сказала, что нужно еще, моя же приятельница. Так она потом меня гречкой снабжала и кофе. Все мне высылала, и все высылала, и все. Ну вот Марина сегодня была, и в ужасе я. От наших магазинов, от наших цен. Ну это цены еще, конечно, были те, когда кофе было вот это, ваше. Ну, в Ленинградском, 6 рублей. Но мы достать его не могли, платили 15. Нет, ну сейчас не по магазинам. Сумасшедшее. У нас же накручено все. То есть эти же товары еще плюс цена. А там же своих сейчас у нас. Виталик, ты не качаешься в кресле качалки? Скажи, качаюсь, когда прихожу. Но я редко бываю в бабушке. А я к соседям все время захожу, у них тоже. Иди покачайся. Он качался. Да. Иди покачайся со мной. Марина так качается. Ой. Еле-еле. Ну я боюсь, что я улечу куда-нибудь. А сюда, вот, Марина, подвинь. Никуда ты не улетишь. Вот сюда. Чуть-чуть. И тогда ты никуда не улетишь. Это же не катапульт, а кресло-качалка. Ну, сиди. Ничего, Марина. Оно крепкое и хорошее. Можно... Приходят дети к нам. Они вот я вам сейчас покажу, как нужно качаться. Вот тебя сейчас... камера прыгает. Что ты делаешь? Нет, ничего не случится. Просто отодвинься камеру оттуда. Прыгать будет просто. Ну и что делает Марат? Да, как ты же Виталик. Слушай, он уже сломал все игрушки. Мотоцикл этот весь разломал. Какой вот мотоцикл? Виталик, видишь, ты ломаешь, он видишь? Него... Иди сюда, я тебе что-то скажу. Иди ко мне. Ноги сломал, руки оторвал. Иди ко мне, смотри, какой копий. А тигра? Марат. Тигра нет, его убрали и поставили. Ну, правильно. Вот слушай, что я тебе скажу. Ты хотел взять эту штучку.
Почему ты ее поломал? Я же тебе когда-то сказала, что ты тебе дети не дают игрушки. Почему? Потому что ты их ломаешь. Вот он увидел игрушку на улице, а мальчик сказал, не дам. А я ему сказала, а он тебе не дает, ты хочешь? А ты сказала, хочу, да. А он тебе не дает. Надо ему чувалку закинуть наверх. Ой, какая кися. Ой, какая кися. Не надо. Надо, я вижу, когда близко приближаю. Ничего ты не видишь. Вот сейчас хорошо. Очень хорошо, у него она его причесала прекрасно просто. Прекрасно, она всегда прекрасно его причесывает. Не смей, вот так играть можешь, а ломать не смей. Бабушка не любит, когда ты ломаешь. Я ему говорю, а он отвечает мне. Еще. Он ломает. Я говорю, для этого покупаю. Ну, он колорадский жук, такой же самый, как ты. Скажи, не какого цвета шарики? Мало играет. Вот Олег играет его. Он часами будет валить. Виталий. Я хочу показать это Марине. Какого цвета шарики? Ну скажи мне. Ой. Это шарик какого цвета? А он не разбирается, между прочим, в цветах. Давайте я расскажу, посмотри, вот этот шарик красного цвета, как на светофоре. Сколько я уделяю внимания цветам? И вот классный. Да. А желтый какой? Ты сейчас сломаешь, и бабушка тебя будет ломать. Давай снимем свитер. Я не люблю, когда ты ломаешь игрушки. Меня стоит это... И вот садись. Но он ведь еще не понимает. Залазь туда. Ну не залазь тогда. Вот ему 29 дней. Еще месяца даже нет. Похож, здесь нет. Похож, здесь, да? А вот тут давай это двинем дальше. Немножко. Вот здесь ему сколько это месяцев, сейчас не помню. Ну, сколько месяцев. А вот здесь ему, вот здесь, ему 6 или 5 месяцев. 6, наверное. Что там такое? Вот у него щеки другие. Да, вот, смотрите. Что там такое, расскажи мне. Пусто. Виталика лицо немножко подлиннее. Чуть-чуть. Но вот. Ну, аппарат был и потолще, вероятно. Да. Да. Покрупнее, наверное. Вот. Ну вот, ну а да, смотрите. Вот тут очень похож. Ой, а здесь? А вот это вот. Покажите. Вот, а вот здесь. Покажите сюда. Здесь похож. Вот, смотри вот эту карточку. Покажите сюда. Вот здесь похож, но щеки у него больше. У него щеки. Покажи, поверни. Не надо ничего тебе показывать здесь. Вот тут. Посмотри, похож. Какая подождите. Копия. Вот здесь вот он. Где-то. Да, он был светленький. Ты куда пошел? Заходи. Настя, шарики, заходи. Давай. Ну, ты занимаешься ерундой. Оля, посмотри на мою новую люстру. А у вас разве не было такого? Нет. У меня была старомодная немецкая люстра. У Ирки такая люстра. А? У Ирки такая люстра. Балкон огромный. Да. А мы на днях видели еще больше балкон. Ну, вот... Кстати, смотри с балкона, как интересно. Вон как какие-то машины стоят, автобус. А вот тут что внизу? А вот внизу у нас гаражи. Вот это вот. Где? Вот это вот. Нет, это цветочки растут. Не надо кусать. Не надо. Я хочу еще. Я еще хочу. Я еще хочу. Меня не бросают туда. Сейчас я тебя подниму, и ты будешь смотреть на улицу. Не надо меня бросать. Я тебя не брошу, ну как это я тебя брошу? Что ты говоришь? Не надо бросать. Ну, конечно. Ты берешь игрушки с собой? Не беру. Я восхищаюсь. Ну что, пошли уже домой. Сейчас поедем на машине домой. Да? И да, на моей. Деловая, и красивая, и... На улице она стоит. Мне это сказала. Ну, вот твоя. И мебель двигает, и мебель двигает. Ну все, беги туда, на кухню. Да? Беги, сейчас поедем. Вот игрушечки, я тебе все забираю игрушечки. Ну вот все. Маринка, и Ольга, и Виталька, и я. Пошли, ладно, пошли. Подожди, сейчас же забрали. Ты что там запорожец? Вон машина впереди, смотри. Подожди, так очень далеко убежал без нас. Не могу. Пошли, пошли. Дай лучку. Да. Вон твоя машина стоит. Ага. Вот это твоя? Да.
Это твои зеленые? И зеленые, и белые. Они рядышком стоят. Сейчас их будет видно. Вот это твоя машина. Да, а вот вторая зеленая. А это, а та и твоя. Дай мне ключи. На, пожалуйста. Можно. Пошли зайдем ко мне домой, а? Пойдем? Нет. Виталик. Это палаш, надо положить. Ну, нажимайте третий этаж. Где тут? Вот это третий? Угу. Ой, у тебя вонючий парад. Да при чем тут? Ловись, писают. Он хотел взломаться. Только кнопка горит. Угу. Он сейчас Марат едет на Московский проспект и будет спать. Автоматически открывается. Да, это убрано. А что так много колес? А вот это лысый. Включите свет. Что? Марина, беглый огляд квартиры. Бег. Марат. Я не на соседе посиди. Посиди. Садись, пока тетя Марина посмотрит. Порядок. Ой, там везде, а что столько колес? Прошу, прошу. Марат, почему не здесь? Вот не только колеса. Ну все, как ты знаешь. Снимай шапку свою. Я сырем хочу. Это завод. Надо это тоже убрать. Ты в шлеме прямо будешь сидеть. Посмотри, какая комната клёвая. Посмотри, а свет. Это как у Ирки вот такая. Что это такое было? А вот так это Малышова? Нет? Смотри, какая клёвая комната. Малышова! Малыш, мотопед! Малыш, куда? А это же за бочки, Марат. Ну так стоят пока время. Вот тут один велосипед, а вот тут один мотопед увез. На работу? Да. Кто увез? Ты. Нет, вот это мой мотопед, он здесь. Я на нем езжу. На это? Угу. С очками. Угу. Можешь ходить, если хочешь. Ты мне где предлагал спать? На кровати. На какой, на этой? Нет, на той. На какой? Вот на той, на диване. На той? Вот на этой. Вот это мебель, а ты храпишь? Мебель. Я нет. Вот это вот все, вот, пожалуйста. Вот. Нет, ну, в принципе... Ну, естественно, что мебель. В этой комнате ничего. Чего-то, машина швейная. Да ты с той комнаты все говно повыкидываешь. Какая комната клевая? Вот эти колеса зачем тебе лысые нужны? Блин, дырявые. Я на них деньги зарабатываю. Дырявые выкидываю. Ну выкидывай, вот смотри, вот этот дырявый. Так на нем же написано. Все, значит, так подготовлено к выбрасыванию. Вон то дырявое, вот это лысое. Правильно. На обои посмотри, Марина. И вот это лысое. Ты вот здесь надо стоит. Вот шкаф он взял. Хороший шкаф, а что? Блин. Он же сюда все запихал. Это а не нет, так. Где тут, что можно положить? У меня вот там вот. Блин, сколько у тебя барахла, Марат? Больше, чем у меня. Конечно, больше. Конечно, больше. Нет, а ванну открой. А где ванна эта? Свет сначала включи. Да. Там туалет. Да. Ты не включила просто выключателем. Ну что, ты не можешь включить? Ну, открывай двери. Хорошая ванна. Прям блестит, у меня грязнее. А смотри, какие у меня вешалки для белья. Где? На потолке, где же они? Удивись, удивись, как Виталий говорит, удивись. А, да, я подойду. Марина, удивись. Они опускаются. Удивись, Марина. Ну вот тебе-то и так высокая, тебе не нужно. Ой, ты не что, не видишь вон веревочки? А, вот эти? Да. А, теперь вижу. Вот опять ты не зовут. Вот я так поняла, вот, я видишь? Поняла, да, все, я ой, поняла. Марата! Вот опять тяжело заводить! Не, не очень тяжело. Дырявая.